В городе Комсомольск-на-Амуре Хабаровского края России подожгли здание местного отделения Росгвардии. Об этом сообщили российские телеграм-каналы. Один из местных жителей поджег канистру с горючим у входа в здание. В результате возник пожар, и зданию было нанесено серьезное повреждение. Мужчина был задержан. Напомним, что в последнее время в России участились поджоги административных зданий, особенно военных комиссариатов.